После первой игры мы готовились к этому, во-первых, весь сезон, и задача у нас была, и цель, это, соответственно, только первое место, другой цели мы не преследовали в этом сезоне, вот, но после первой игры что-то насторожило, сделали работу над ошибками и довели все до логического завершения, то, что, к чему мы шли, то и случилось. Расскажите, какие дальнейшие планы? Сегодня вы чемпионы, что будет дальше? Во-первых, сейчас первое, я поздравлю команду с победой. И, блин, всем хочу сказать огромное спасибо. Все молодцы, все старались, все тренировались, все шли к этому год. Сейчас, как это и бывает, выпьем шампанское из кубка. Вот, хочу огромное спасибо сказать болельщикам, которые нас поддерживали весь сезон. Отдельное спасибо. Хочу сказать Мингалиеву Наиль Мансуровичу за то, что он нам сделал условия для подготовки к этому сезону и, соответственно, к этой цели, к которой мы шли. Вот, без этого бы ничего не получилось. И все вместе мы добились того, к чему готовились и к чему шли.